Так, сегодня у нас, наверное, 14-е уже, да? Да. Начало Успенского поста. Вот мы приехали на первый-второй мостик. Это не просто так. Мы приравниваемся к весне. Какой паводок будет? Где раньше была прорва, а там все завалили. А дальше она мягкая такая, старый ил. И бульдозер на него заезжает, он первый слой вдавил, дальше он не может давить. А тот он до конца додавил. Прорва-то хорошо. С нуля можно начинать. А здесь никак. И мы сейчас видим начальник, который приехал, он говорит, у вас, говорит, весной здесь это не идет. Говорит, она прорвет дальше, дальше. Я сейчас вижу, он прав. И поэтому мы сейчас стараемся, и чтобы где у нас... Это я про первый мостик говорю. Мы сейчас заблокировали дальше с той, с другой стороны. Через неделю мы посмотрим, как пойдет. И где местами мы убрали бутовый камень, найти плоские камни и положить. Мы не должны разблокировать. Сейчас съездили на свой шлюз. Батюшка говорит, весной, если вода будет напирать, как поднимать уровень? Я говорю, уровень поднимается когда? Когда спадает уже. И тогда надо скорее задерживать ее. А когда она прет, тут она через верх сметет все. Вода. Это вода страшная стихия. А вы никогда не смотрите. А счет дежурить? Дежурю по часу, ночью или по два часа. С пруда на пруд ходить, смотреть. Вода спадает, она спадает, и, может быть, и на другом пруду. Вы начинаете хвататься, когда она уже прекратила спадать. А раз прекратила, то остановилась. Она ниже уровня, и поэтому доски не нужны. Они ни разу не воспользовались. Мы сделали сейчас капитально. Засаманили, камнем придавили. Он говорит, а если выше будет, как уровень понизить? Никак. В крайнем случае, в крайнем, абсолютно крайнем случае, это камни по сторонам разбросать. Ну, а тут-то еще саман раздвинуть и там подпилить эти немножко. Ну, это уже невероятное просто. Никуда в обод она не пойдет. Мы сейчас посмотрели, я вот замерили. 75 сантиметров уровень выше будет, чем сейчас. 75, так надо понимать, что весной паводок будет, это метр. Это минимум метр будет. А вот это вот, выше этого, тут везде выше, больше метра. Конечно. Дамба выше? Ну, метра три будет. Вот так. Но теперь меня интересует, ну дальше дальний-то конец не ниже? Да нет. Ну маленько пройти посмотреть можно? Можно. Давайте глянем, пойдемте. Чуть-чуть. И тогда мы батюшке можем сказать, что у нас запас, сейчас замерим. Батюшку надо сюда позвать его. Ну да. Но я знаю, что батюшка зря не скажет. У него прозорливый ум. Он 2-3 раза сказал, я уже начал заботиться. А что тут? Она подсыхает, можно идти. Глина-то. Вот мы сейчас на втором мостике. О! Это же корова была, и не одна. Вот она где прошла. Где корова проходит, вот это вот, они начинают рогами поднимать. Ну тут ясно, тут самое высокое место, мерить не надо. Это была одна корова. Ты по низу пройдешь, а мы тебе по самой бакушке замерим. Это была одна корова. Одна. Вот так она прошла. Она зашла, ее завернули. Да. Ну это могла быть Анфиса, она очень хорошо пасет. Я за нее боюсь, а больше всех. Видимо, которая любит убегать из стада. Есть такие. Так. Вредные. Да вот смотрите, от верха до воды сколько здесь? А вот сколько? Поговорим. У тебя рост сколько? 1,82 был. 1,82 Ну, 1,80 ну, по крайней мере, голова его до этого уровня доходит, нет? Ниже. Если... Ну-ка, давай-ка. Ниже, ниже. Голову видать, значит, я смотрю неправильно. 1,80 Надо смотреть он с той стороны. Да его видно, что ниже. Так, Роман. Так вроде тихо, маленько вперед. Ну да, чуть-чуть пониже я будешь. Спущусь. Наверное, может и нет. Вперед, вперед, Дима, сюда. Никита, ты мне руку подай. Так, вот это я на уровне. Вот, вот он, видно его, стоит. А? Нет, не видно. Выше сантиметров на 20. Выше твоей головы еще на 20 сантиметров. Так 2 метра. Идем дальше. 2 метра. Мы просто комиссию, говорится, там у нас на 75, ну на метр. На метр, а здесь на 2. То есть метр запасим остается. Вот здесь меньше. Вот здесь меньше, да. А,
Здесь поменьше. Здесь меньше. Что так? Насело. Здесь как-то маленькая ямка. А может не меньше? Да, да нет, здесь. Но все равно больше метра. Ну, больше, конечно. Тут под, тоже по 2 метра будет. Ну ладно, давай дальше смотрим. Игнатий Тихонович, а сюда рыбу не запускали? Вот, вот тот и оно, что не запускали. Он все равно сдохнет. Он ил не любит, карася запускать надо. А карась был, зароется, ему нужды нету. Карась и окунь. Здесь карась водился. Там уже травка растет. Будь здоров какой. Ну, весна, если... Вот. Здесь где у нас это? А, вот она первая. Что-то все были закатывая. Первая пломба, вот она где. Вот и травка растет на нем. Конечно, уже трава пробилась. Ну, слава богу. Ну она все должна прорасти, даже маленькая. Дожди тут все идут. Да, до глубокого. Так, теперь нас интересует, здесь сколько? Здесь тоже насел. Вот сюда вот, иди. Роман. Роман, тебя зовут. Вот сюда вот. Здесь вот ниже. Никита, иди сюда, руку подавай. Роман, спустись туда. Вот в этом месте, где стоишь, прямо. Вот здесь вот. Ну-ка, давай. Здесь второй. Может, даже он повыше чуть. Да, да. Ухо видать. Ты на уровне стоишь воды? Да. На ногу. Вот, вот видишь, насколько понижено здесь. Но все равно. Ну и ладно. На тебе конь. Еще у нас 70 сантиметров остается. Так мы там-то с запасом взяли. Вот, корешки бери. Рома. Эти корешки сейчас отдал. Теперь вторая заклепка стоит. Я насосил, короче, у меня 4 мешочка таких. Грибов 3. О, грибы. Белые грибы, 3 мешочка. Так, это грибы с города или где-то? Не, здесь. Где? Собрал где-то? На трассе. Купил. Я тоже хочу попробовать. Проезжаю, смотрю, ведро 2 полных края. Так, вот в этом месте. До воды. Никита, иди. Ну тут да, тут самая низина получается. Бороду видать. Бороду видать. Бороду. Тут еще ниже. Значит, ну здесь будет где-то. Я этого не хотел, но тут уже ничего не сделать. 80 сантиметров будет. Ну, думаешь, все равно по сравнению прошло, ну, а? По сравнению с тем, как было. То есть этой весной вода была на уровне дамбы под ним. Полностью. Ну вот, а тут теперь видно. Ну все, дальше. А здесь будет по-любому запас. Ну, около метра будет. 8 сантиметров. Да. Ну все, что дальше идти? По-моему, дальше нечего идти. Вот вода будет, вот как вот, трава. Вот как трава. Вот, будет. Трава, вот здесь вот трава, вот, это все будет. Да. Вот до основания вот эта дамба, она может дойти. Ну а дальше уже ниже пойдет. А здесь она не пройдет? Да все. Не, да что нет. Она там пройдет? Сережа! Все, если прорыв будет, только там, где ты стоишь. На ну этом месте. А там земля рядом, там всего полно. Сено дело заводит. В том, что прорыв. Вода силу имеет там, где глубина. Вот здесь будет самая сила. Ну да. А здесь уже она как бы по сторонам ослаблена. Понятно. Вон он канал. Вон, покажи, где заворачивается. Скупнемся. Ну, будем надеяться и молиться. Ребята приедут пораньше, и они тоже могут тут как-то помогать. Тайт-то начнет, подготовка начнется у нас к лету. Все надо, я буду покупать лодку резиновую, буду покупать. Нет. И надувную. Надо будет промерить здесь все. Ну это уже весной. А вы не знаете, у меня на саман вот такая вот, типа лодка, не лодка, с насосом. С насосом? Под кроватью, да. Лежал. Под кроватью? Да, вот где бульдозерист спал. Не знаю. Так это наша третья лодка, видать. Вот такая вот она. Она всего такая? Да. Когда с ее вытащите? Вот, она вот так вот свернута, вот такой вот рулончик получается. Ну а когда развернуть, какая она будет? Вот такая длина, вот такая ширина. Это надутая? Ну я ее не надувал, но... Ну примерно такая, это да, на одного человека. Да. Она как камера вот такая. Не знаю. Да.
даже непонятно, лодка это или не лодка. Ну, тем более, раз ты не знаешь, а я как могу ответить? А кто там мог ее оставить? Ничего не знаю. Может, тот, кто строил, милиционер. А вот посмотри, какая глубина. А тут все заилено, такой глубины нету. Вот какая глубина была бы. А там, где ил, там карп не живет, да? Не живет. Ему надо двигаться. Или к весне он весь передох у них. Они даже запускали туда воздух, закачивали, продолбили. Да? Да, батюшка вчера сказал. Да, Гордеев тоже. Я опасаюсь, что грунт этот не улежавшийся, не проросший, а вода подойдет к нему, и она начнет размокать и поползет. Вот так. А сюда только карпов запускали, карасей не запускали. Не запускали ничего здесь, только там запускали. Только в лагерные запускали. Сюда везде надо карася запустить. Сейчас его запустить уже надо. Но его ловить надо не сетью, а где-то мордушками или так, чтобы жабры все это сохранить. А оттуда вы имеете в виду, сюда? А? Оттуда сюда? Да не оттуда, где-то. Купить, Витя знает, где завело, вот там у него отец ловил. Ну ловить там есть. Да есть. Надо купить. Пляж. Нет, это, ну как ловить? Надо, чтобы если продают. А? Весной это продают, а сейчас не знаю, продают или продают. Карась продается или нет? Да, надо у Алексея Устинова, он же ездил туда. А? Покупал-то Алексей Устинов, пускай он и узнает. Ну, сыпать-то высыпать будете, так не высыпайте как. Никита вот так поднял флягу, и она бьется о камыш рыбы. Мы как видели, так ахнули. Ну ты что ты за придурь-то такая? Он полуживой. Да как он, разве он мог так флягу поднять? Она ж тяжелая. Вот тоже. Он наклонил, наверное. Ты не знаешь, он чем? Я когда следили, мне показания один давал, хозяин этого дома, где Володя. Судья говорит, вот в это время Лапкин был на поле, да? Да. И говорите, в это время он был у вас дома. Как он мог быть вот это? Так. Господин судья, он же вездесущий. Это этот, который жил здесь? Он мне божьи свойства приписал. Он же, говорит, вездесущий. Не договаривает человек когда. Он говорит тогда неправду. Давайте ноги помоем возьмем. Трави. Сам Рому, он это веселый работа. Надо быть туда. 5, это по 6 берегов. Так, все, прямиком в лес. Что нам там надо? Запила есть. Топоры есть. Вот так и выжить. Пусть он не работает. Ну все. Слава Христу. Аллилуйя.